Ататюрк, безусловно, выдающийся деятель турецкой истории. Он вписал очень яркую страницу в сохранение и восстановление турецкой государственности. Очень многое для этого сделал. И был большим другом России. Мы это хорошо знаем. Сотрудничал с Россией, работал вместе с ней. И мы это очень ценим. Ататюрк создал современное турецкое государство. Заложил его базисные основы. И вот так я к этому отношусь.